что в Волгограде очень тяжело было, потому что не так много моментов мы создали. Мы забили с пенальти, и концовочка такая прям напряженная была. Хорошо, что набрали 3 очка, но команда очень такая серьезная, боевитая, поэтому нужно настраиваться по максимуму. Ну, сейчас я, да, тренируюсь. Сейчас уже боли такой нету, но все равно, да, при любых таких стыках тоже неприятно. Но это обычное дело для футболиста, я считаю. На самом деле, нам как раз Чебзанович мне скидывал каждый день. Там один день выходного он мне дал. Каждый день я делал статику, каждый день я делал там стульчики, все упражнения на ноги, дома все я делал. И мне кажется, мне так особо и не удалось отдохнуть, потому что Влад — это у нас, конечно, что-то. Да, я уже говорил, что мы с ним часто оставались, когда я только пришел. Мы с ним, он как раз после травмы, тогда у него не так летело, конечно, как всегда. И у меня какие-то шансы были. На самом деле много кто достоин, кто может пробить. Ну, не знаю, выделяется, наверное, Джордан, Джика, Сэм. У Сэма тоже очень такие хорошие через стенку. Но я надеюсь, да, в ближайшее время мы забьем, и неважно, кто это будет, главное, что мы забьем. Но иногда, да, в каких-то матчах... Даже Джика сам подкалывал меня, типа, каким образом, типа, не я. Ну да, но это шутки, все. Нет, я пару раз так зашел посмотреть просто, как что, интерфейс, а рейтинги, если честно, не посмотрел. А, ну, там карточки, да, давали 68. Ну, конечно, да, хочется чего-нибудь побольше. Ну, в прошлом в конце было, когда вот мы турнир играли, то 68 было. Так что нормально. Стабильно. Ну нет, а в начале там было что-то 62, что 64. Поэтому прогресс вроде есть чуть-чуть. Не, ну я-то его выиграл на турнире. Там, ну, понятное дело, что я ему чуть поддался, но в итоге там дополнительное время я его выиграл. Поэтому непобедим он не может быть. Не знаю, что он скажет. Может, забыл просто. Может, у него там... Он думал, что это во сне было. Ну, да, он и пропустил несколько игр до этого. Он восстанавливался, он закачивал. Там очень много работал, тоже по 2 тренировки. И... Он большой молодец, что там вышел, что восстановился вообще. И да, обидно, что так получилось. Но операция, да, сделали, сейчас хорошо. Обидно, что выбыл до конца года, что не поможет нам, потому что он важный игрок. Но главное сейчас восстановиться и уже готовиться к, как раз к кубку, к первому, первой игре. Ну, сейчас, да, меньше, в меньшей степени. Это сейчас больше так в разговорном там с нашими иностранцами больше стараюсь. Ну, потому что я посчитал, что сейчас больше именно разговорный нужен. Потому что грамматика вроде так более-менее есть, а там какие-то рефераты мне на английском не нужно будет писать. Поэтому нужно больше такой разговорный. Да не, на самом деле со всеми. С тем же Джорданом, с тем же Сэмом, с Алексом. Всегда можем спокойно поговорить там, не только о футбольных темах. Мультики. Я когда с учителем занимался, она мне мультики на английском скидывала и говорит, вот, типа, посмотри, это реально будет плюс для тебя. И это реально прям помогает. Ну, не полный метр, но там такие мини, там какие-то, как на английском называются, катуны. Там по 20, по 25 минут. Но прикольно.